некоторый срок обязанность осиротевших близких блюсти печаль, но утверждаться в ней с закоренелым рвением нечестиво. Мужчины, недостойно эта скорбь и обличает недостаток веры слепое сердце, пустоту души и грубый ум без должного развития, что неизбежно и в таком ходу, как самые обычные явления. Благоразумно ли этому ворча сопротивляться? Это грех пред небом. Грех пред умершим. Грех пред естеством. Пред разумом, который примирился. Судьбой отцов и встретил первый труп. И проводил последние восклицания. Так быть должно. Пожалуйста, стряхни свою печаль и нас, считай отныне своим отцом. Пусть знает мир, что ты ближайший к тебе питают любовь. Не меньшей пылкости какой нежнейший из отцов привязан к сыну, что до надежд вернуться в Виттенберг и продолжать учение. Эти планы нам положительно не по душе. И я прошу, раздумай и останься пред нами здесь, под лаской наших глаз, как первый в роде сын наш и сановник. Не заставляй меня просить напрасно. Останься здесь, не езди в Виттенберг. Вот кроткий и подобающий ответ. Наш дом, твой дом. Сударыня, пойдемте своей сговорчивостью Гамлет внес улыбку в сердце, в знак которой ныне о счете наших здравиц за столом пусть облакам докладывает пушка, и был небес в ответ земным громам. Со звоном чаши смешаются. Идемте! Так было и с моей. С
сплошной лишай покрыл мгновенно пакостной гнойной коростой, как у Лазаря, кругом всю кожу мне так было, рукой у брата мне во сне, лишен короны жизни королевы, так был подрезан в свете грешных дней, не причащен и миром не помазан. Так послан в торопях на страшный суд, со всеми преступлениями на шее. О, ужас, ужас, ужас! Если ты, мой сын, не оставайся равнодушным, не дай постели датских королей служить кровосмешению и распутству. Однако, как бы ни сложилась месть, не оскверняй души и умышлением, не посягай на мать. На то и Бог, и совести глубокие уколы. Теперь прощай, пора. Смотри, светляк, встречая утро, убавляет пламя. Прощай, прощай, и помни обо мне. Дайте, пожалуйста, 25 сом. Помогите, пожалуйста, деньгами. Дайте, пожалуйста, 25 сом. Помогите, пожалуйста, деньгами. Дайте, пожалуйста, 25 сом.
Дайте, пожалуйста, желать истомно. Молодите, пожалуйста, желать Дайте, пожалуйста, 26-м. Помогите, пожалуйста, деньгами. Дайте, пожалуйста, 26-м. Помогите, пожалуйста, деньгами. Дайте, пожалуйста, 26-м. Дайте, пожалуйста, 27. Помогите, пожалуйста,
присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А тот, кто снес бы унижение века, неправду угнетателей, вельмож, заносчивость, отринутое чувство, нескорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным, когда так просто сводит все концы удар кинжал. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной, плестись, когда бы неизвестность после смерти? Боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бездумье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от долгих отлагательств. Но довольны. Офелия, о радость, помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа. Шила, ходит Гамлет, без шляпы, без рукава пополам, чулки до пяток, в пятнах, без подвязок, трясется так, что слышно коленка о коленку, так растерян, как будто бы был в аду и прибежал порассказать об ужасах гиены. От страсти я безумен, не скажу, но опасаюсь. Что же говорил он? Он сжал мне кисть и отступил на шаг, руки не разжимая, а другую поднес к глазам и стал из-под нее рассматривать меня, как рисовальщик. Он долго изучал меня в упор, тряхнул рукой, трижды поклонился. И так вздохнул из глубины души, как будто бы он испустил пред смертью последний вздох. А несколько спустя разжал ладонь, освободил мне руку и прочь пошел, смотря через плечо. Он шел, не глядя пред собой, и вышел. Назад оглядываясь через дверь, глаза все время на меня устали. Какого обаяния ум погиб, соединение знаний, красноречия и доблести. Наш праздник, цвет надежд,
законодатель вкусов и приличий, их зеркало, все вдребезги, все. А я, кто я? Беднейшая из женщин, с недавним медом клятв его в душе. Теперь, когда могучий этот разум, как колокол надбитый дребезжит, а юношеский облик бесподобный и порожден безумием, Боже мой, куда все скрылось? Что передо мной? Друзья, не трио из Бельвиля, не квартет от Моссовет, а просто бродячий артист исполнит в вашем путешествии до следующей станции фельетоны. Господи, куда это деть? Это ваш, по-моему. Возьмите себе на память. Ой. А. Ох, меня видно, да? Ох, видно. Сейчас. Thank you.
третьим утром по главной дорожке шел веселый грустный парень в желтовато-зеленой ковбойке. А за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает прекрасна лошадь. Лошадь розовая и голубая. Атос, ничего не случилось. Просто шел по улице парень, пил повсюду воду с сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это грустное стихотворение посмещается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает. Фу. Ой, придумывают же, да? Что придумывают? Вот такой реквизит.
Thank you.
чувствует, что во рту нет языка. Nobody can ever say all the history. Слов нет. Закончились. Capture the progression of the time. Figure out their own generation. Дорога уже на грани. You understand the present whole at worst than whatever century in the past. Дорога уже на грани. Everything there seems so logical and clear. Like that's how it was. And it could have gone. But definitely. Выспалось чуть-чуть. And now, so many decades later, есть две дороги. The acid fluid 16 seems like something inseparable from the history itself. Чтобы сидеть дома и зарабатывать. Essential to the spirit of the time. А вторая дорога. But where are things going today? Against the forces of the opposite of the promised.
Гертруды, не брось оскопом. Первую была глухая смерть Полония. Вторую – необходимость Гамлета сослать куда-нибудь подальше. Третье – горе, надо ворчать. Вся муть сплыла со дна, и все. Ребята, судят о кончине Полония. Напрасно мы его зарыли тайно. Следующий случай – Офелия и душевная болезнь. А без ума мы – звери или тени. Но верх всего из Франции тайком Лаэрт приехал. Держится поодаль, живет молвой и верит болтунам, а те ему все уши прошуршали про смерть отца. Виновных не найти. Так все на нас и свалит. Эти страхи меня, Гертруда, берегут везде и подсекают, как осколки ветер. Души, где ненависти собственное место, я вас прощу. Иное дело честь. Тут свой закон, и я прощать не вправе. Пока подобных споров статаки не разберут, могу ли я мириться. Во всяком случае, до той поры ценю предложенную вами дружбу. И дружбой отплачу. Уже на раз. Легких сердцем принимаю вызов. Приступим. Где рапиры? Мне одну. Для вас я очень выгодный соперник. Со мною рядом ваше мастерство, тем выпуклей заблещет. Вы смеетесь, Гамлет? Нет. Жизнью своей клянусь, что нет. Раздайте им. Рапиры.